И всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Стас. Мы это уже в третья серия нашей игры. Как вы помните, в той серии на нас напали два раза и чуть нас всех не переубивали. Я немножко подшаманил с программы для записи экрана компьютера. Теперь у нас есть громкость самой игры. Я думаю, где-нибудь вот так вот ее выставить, чтобы она не сильно мешала. Но теперь она тоже есть, ребят, так что все теперь отлично. Так, что у нас тут происходит? У нас... Два болеют. А почему ты? Ага. Она просто не ту свою кровать выбрала. В этой серии у нас нервный срыв у Тео. Для последний с плохом настроением могут получить легкий нервный срыв в любой момент. Так, понятно, мало пищи. 0 единиц еды, господи. Нам, во-первых, надо сделать, чтобы они все выздоровели. И какие-нибудь уже оборонительные сооружения надо небольшое пока построить. Потому что вообще у нас сталь бы, конечно, неплохо. Металл. И сталь. Сталь. Вот у нас стали не так много, поэтому стены пока мы не можем сделать, какие хотим. Так, стена из стали. Это у нас... То есть нам где-нибудь, ну, вот такие вот стены надо будет делать. Вот сюда вот они будут уходить. Так, по воде тут мы не можем. Тут не можем, вот тут можем. Так, так. Так, мы, в принципе, можем пока начать строить оборонительные сооружения. У нас пока стали для этого хватает. Вот сюда будет это все уходить. Тут будет вот так вот. Вообще, нам надо будет все равно двойные, тройные стены будут делать. Сюда, блин, стали, конечно, мало для этого. Ну ничего, мы пока сделаем... Предварительные оборонительные сооружения. Потом уже будем плясать. Враги у нас будут заходить. Да, надо будет сделать заход для врагов. Чтобы они... Так, почему никто не лечит? Ты чем занимаешься? Ты спишь. Понятно, все с тобой. Тео у нас строит стены. Нормально, нормально. Конечно же, брать плечо. Ну вот вы не берете, это тоже брать. Тео у нас, короче, офигенным строителем, видимо, решил заделаться пока. Мы будем вот сюда вот все это выкапывать. То, что это естественные стены, через которые враги не пойдут. Так, у нас где-то был склад. Склад у нас вот здесь очень хорошо. Так, так, стали все меньше и меньше. Ну, пока хватает. Главное, пока оборониться. Понятно, у нас всех нервный срыв. Потом пока все спите. Так, вот и у нас... О, полностью здоров, Лорензо. Как хорошо, господи. Ты большой молодец, что ты полностью здоров, и теперь нам поможешь делать стены, и у нас вообще нет еды. Ты у нас можешь взять какую-нибудь... Вот это вот. Экипируйся, пожалуйста. Тут у нас еще вот... Это вот женщина должна получить свою винтовку. Свой пистолет, вернее. Ты немножко приболел? Пишите так, ну пишите в комментариях, нравится вам вообще это или нет, мне потому что нравится. Это одна из моих самых любимых игр сейчас, то есть она такая ненапряжная. Так, вы у нас что делаете? Вы у нас деревья рубите. Тео у нас, Итнем, о господи, нервный срыв, ярость, все, капец, триндец нам пришел. Съела тушу, зачем ты тушу ешь? Теперь она будет, короче, вся в ярости. Ты у нас можешь ее как-нибудь... И ты у нас растерянность. Сырую человечину. Все, у нас, короче, целые нервные срывы. Блин. Ё-моё. Они бедного Тео сейчас вообще убьют. Иди сюда, бегом. Вы что вообще все делаете? Ну-ка. Это... Короче, ребят, такая-то жопа. Что они вообще делают? Капец. Я ничего сделать, кстати, с этим не могу. Такой в попу к бою. Ты чё у нас? Ты куда? Нем успокоилась. Они... Мне сейчас медикаменты на них, что ли, тратить? Ты чё ещё... Смотрите, она ещё и собаку бьет. А ты что делаешь? Ты просто ходишь. Ты там ходи тогда. Ты её убила? Нет, ты болевой шок. Стой здесь тогда, что с тобой сделать? У нас нет, я не понимаю, почему у нас
нет еды? Почему у нас никто не готовит простое блюдо? Потому что у нас есть как бы повар. Пипец. Тупая. Короче, надо добить. У нас как бы есть повар. Нэм. И я не понимаю, почему она ничего нам не готовит. Господи, она что, пошла? Она нашла... Вот, Оренс. Молодец. Сказал, где раки зимуют ей. Так я понимаю, что я сделаю. Ну, вот еще мистер. Они просто сейчас у нас поумирают. И капец наступит. То, что Лоренс, почему... Ты же у нас можешь быть доктором? Лоренс. Все, будь врачом. Блин, он тоже успокоится ему. Что с тобой мне сделать-то? У Тео смертельная болезнь. Вы чё, ребят? Все тело недоедание сильнейшее. Средний палец шрам от пули. Короче, капец. Так-то. Я ничего не могу сделать, потому что он как бы тоже попал. Ведь у него же настроение растерянное. Бродит. Что? Бешеное животное. Господи. Охоть. Лоренс, ты, мать, сделай что-нибудь. Нет, сегодня. Капец. Я даже не знаю, что еще может быть хуже, чем когда три поселенца при смерти находятся. А один растерянно бродит. Он как бы такой весь расстроенный и бродит. Когда ты успокоишься-то? Господи. Давай, Лорензо, успокойся уже, пожалуйста. Успокойся, что тебе? Недоедание. Я понимаю, что с недоеданием. С минор. Господи, средняя боль, средняя боль. Ты успокоишься? Нет, я тебя сейчас утоплю где-нибудь. Рот в жопе. Ну, о, ясно все. Тео умер уже, посмотрите. Первая смерть. Капец. Назову эту серию «Бойня на базе». Налет! Спасибо, рандом. Я на паузу пока поставлю. Назову эту «Бойня на базе». Еще и налет. Весело. Где? Один. Лорензо. Ну, тебе сейчас надо будет защищаться. Что я тебе могу? Я тебя поздравляю. Потому что у нас налет. И ты как бы, ну... Вот лев. Или что это? То есть как бы ясно, да, все? Че ты тут ходишь? Найти что ли не можешь? Господи, ты еще и тупой. Значит, все поселенцы умрут. Больше не растет. Лорензо больше не растет. И что он сделает? Он сражен. Он что, тоже того? Решили похитить, кого смогут и уйти. Ты что там сделал? Ты что похитил? Пипец. Пипец. Ну, типа, вся игра, я так понимаю, закончилась, да? Капец. То есть мы как бы с вами, по сути, проиграли, да? Раз у нас тут все напали. Раз у нас все поселенцы не могут двигаться. Один умер, Тео. Обломок космического корабля упал с неба. Отлично! У меня только Тео Рензо. Сражен, сражен. Им, короче, нужно срочно... Нэм. От переутомления. Так ты чё лежишь-то, господи? Перейти к месту. Окей, что случилось? Давай еще и зависнем здесь и вообще выключимся. Очень, конечно, веселая игра. Так, что такое вообще? Ничем мы в мир перешли. Не надо падать в обморок, вам надо вставать без сознания.
Дай мы предложим укрытие все-таки, а ты будешь это более каким-то новым нормальным персонажем. И тебе сейчас надо будет взять что-нибудь оружие. Что ты делаешь? Хочешь ее спасти? Налет. Где? Сколько их там? Сколько? Два. Так, новый персонаж, иди сюда. Возьми чье-нибудь оружие. Вот это. Пофиг, ты у нас, короче, к бою становишься. Ты что сделал? Ты оружие не хочешь взять? Ты чем, палками? Господи, пипец. Короче, мы в дерьме. Голуби мои, мы в дерьме. Ты еще поди это, не можешь. Охотник-то ты что? Так, где это? Ты персона, вот. Ты еще и стрелять не умеешь. Хватит идти, давай. Он даже нас внимания не обращает. Отходи. Быстро. О, да, давайте друг к другу. Еще отходи. Все, стреляй. Так, отходи, стреляй. Все, ура. Того стреляй. Ближе подойти. А, он убегает. Все, отлично. Что это еще такое? Так, спасай. Быстро спасай. Спасай, спасай, спасай. Пожарный. Пациент. Пациенты у нас все. Ты что можешь? Ты врач. Лечить будешь. Отдыхать тоже будешь. Что ты у нас? Строитель. 4. Кузнец. О, кузнецом будешь. Портным, художником, ремесло. Все. Спасай, Нейм. А теперь получается и повар, и ученый. Так, еще ты чего Рензу-то не спасаешь? Спасай бегом. Бегом спасай. С этим потом поговорим. У нас еще и пожар. Офигеть, не встать. А это-то откуда? Кто нам сделал пожар? Гости, чё? Что нам гости? Лё. Лё-моё, господи, что ты мне можешь предложить? Так, ты можешь кого-нибудь спасти? Раздеть? Ты только раздевать можешь. А ты тушить не хочешь? О, дождь пошёл. Вот, ещё хоть дождь пошёл, спасибо на этом. Всё, бой, перестань. Оказать помощь. Быстро причем, можешь оказывать помощь. У кого смертельная болезнь? Сейчас мы всех вылечим. Сейчас мы всех вылечим. Уходите. Так. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Ты можешь не есть? Ты можешь никому не скармливать? Пипец! Оказать помощь. Быстро, пожалуйста, оказывай помощь. Вот тогда Лоренцу. Еще все свое поселение потеряем. Очень-очень плохо. Так, что с тобой? Здоровье, все тело, недоедание сильнейшее. И тебе еще очень плохо. Так, ты можешь раздеть? И легло. Что, на место трупа легло? Короче, это капец так-то, ребят. Это реально ненормально. То, что у нас почти все поселение умерло. И это какая-то очень экшн-серия получилась. Нам бы теперь похоронить их по-хорошему. У кого голод? Что мне тебе сделать? Можешь найти какие-нибудь ягоды? Где-нибудь ягоды можешь найти? А готовить ты умеешь?
Фиг, иди сюда. Ты спишь уже, нет? Так ты будешь охот... Так, фига охотиться. Так, поохоться, пожалуйста, на черепаху. Что ты делаешь? Отдыхаешь. Хватит отдыхать. Там сейчас вообще не до отдыха. Что? А, ты скармливаешь собаку. Такое. Себе удовольствие. И опять что ли ложишься отдыхать? Что у тебя с одеждой, кстати? Вещи. Футболка из синтетики. Так, ладно. Ничего не поделать. Ты у нас выживешь хотя бы? Недоедание, острое недоедание. Так. О, ура. Лоренс может ходить. У нас вообще нет повара. Ты будешь поваром. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Ты можешь хотя бы взять... экипироваться пистолетом. И ты можешь ее вылечить. Оказать помощь. То она тоже болеет. У нас осталось двое. Нифига себе. Весело, конечно, мы живем с вами, ребят. Я, конечно, не думал, что мы так можем серию начать вообще наше прохождение с того, что у нас почти все поселение вымрет. Нафиг. Но, видимо, когда вы смотрите, что созрел вкус. Когда вы смотрите прохождение на моем канале, тут только так и происходит, все через одно место. Я думаю, это уже может быть обычное, короче. Что, нервный срыв, растерянность? У тебя какая-то болезнь, по-моему, да? Персона. Оптимист, праздность, жадность. Ты какой-то это... Немножко не того. Так, приготовить блюдо. Мясо. Животное происхождение. Короче, из всего можешь блюдо готовить. Вот ты, когда там вылечишься. Проснешься или что-то там делаешь. О, у нас новый житель. И налет. Ясно. А, у нас один, короче, нормальный. Сейчас сможем. Ирина. О, русское имя прикольно. У нас где-то должен был быть пистолет, но у вас у всех сейчас в бою. Идите сюда. Будете стрелять. О, у него дробовик. Пипец. Короче, мне кажется, что-то я не так делал в этой игре. Хотя раньше мне все нормально было. Вы что, убить его не можете? Вы что, серьезно? Что ты так медленно ходишь, господи? Стой уже! Ясно, он сейчас нападет на нашего этого. Что-то со здоровьем, что ли? Почему так медленно ходишь? Мы у нас уже погибли почти все, блин, поселенцы. Ты, тебе вообще пофиг, да? Дышит свежим воздухом. Да, ясно. Давай ближним боем его. Есть! Все. Так. Работа. Ирина. Пожарный, пациент.
Чуть не может быть врачом. Фермер. Шахтер, это пока нам не важно. Вообще не важно. Носильщик, уборщик, ученый. Мы потеряли все свое поселение. А что ты делать-то будешь? Если ты... Спасти, конечно, быстро причем. У нас 3 трупа на базе валяются, понимаете? 3 трупа. Ты можешь все-таки вот эту метку кровать сделать и понести его не сюда, а вот сюда. Вот, да. Ешь трупы человека, ничего не поделать. Ага, а ты можешь приготовить блюдо? Ты поваром можешь быть? Что с тобой? Смертельная болезнь. Все, мы проиграли. Ирина умерла. Умер. Все, все поселенцы либо мертвы, либо ушли. Конец истории. Возможно, кто-то другой сможет. Ну, ребят, на этом наше прохождение этой игры, по крайней мере, за этих поселенцев закончено. Пишите в комментариях, хотите ли вы еще, или если меня приспичит еще снимать. Это, конечно, было очень грустно. А с вами был Стас, и всем спасибо, всем пока.